Копыта треснули, спина кривая, глаза мутные. Такой клячей только ворон кормить. За такую цену скажи спасибо, что у нее все ноги. Ага, старик наконец-то готов выкупить его обратно. Дай угадаю, про деньги он и не заикался, верно? Если он хочет назад свое оружие, придется заплатить. Погоди. Старик продал мне еще и эту штуку. Сказал, она ему больше не понадобится, но думаю, теперь он ее захочет. Денег не надо. О, прошу прощения. А еще он дал мне амулет. Что это такое? Символ Харадримов. Это древний орден ученых и магов. Мы защищаем санктуарий от демонов. Нас осталось мало. Есть еще один Харадрим. Донан. С его знаниями о демонах может сравниться лишь его гордыня. Похоже, он тот, кто нам нужен. Поищи его в Скозглине. Но и о соборе не забывай. Церковь ждет тебя и тоже может оказаться ценным союзником. А ты со мной не пойдешь? Я отправляюсь в сухие степи, узнаю, кто такой этот бледноликий. Присоединяйся, как закончишь, и будь осторожней. Твоя связь с Лилит, твои видения... Вот наш ключ к тому, чтобы найти и остановить демоницу. Порой столкновение наших судеб предопределено, хоть мы о том и не знаем. По воле случая или по воле высшей силы нам не дано ничего изменить. Странник сбился с пути в ненастье. Вкусил крови Лилит. Одинокий монах даровал спасение. Разные жизни и случайности. Что же сплело их воедино? Неужели это судьба? Или высшая сила, дергающая за нити? Сложно было сказать. Тогда мне казалось... что был шанс спасти человечество от дочери ненависти. Ее связь со странником давала мне надежду. Подумать только. Да. Базан так и не вернулся из Министада, куда доставлял требования десятины. Прошу, пройдись по дорогам. Узнай, что его так задержало. Собору нужны подати. Говорю тебе, мой сосед заколдован. Он шнырял у моей двери и бормотал проклятие. Да, да. А это случаем никак не связано с деньгами, которые ты ему...
сотни поколений отец Инарий томился в преисподней. Но сила зла не сломили его дух. Он сбросил дьявольские цепи и вернулся к нам. И теперь он... Холодно, да? Но зато мы в безопасности. За этими стенами правит тьма. Новые рекруты тренируются день и ночь. Они заслужили похвалу, но я не хочу выглядеть добрячкой в их глазах. Может, приободришь их за меня? Ты получишь деньги, рекруты уверенность в себе, а я не потеряю лицо. Все выигрыши. Я это сделаю. Thank you.
Потрясающе. Спасибо. Надеюсь, они к такому не привыкнут. Я украл всего одно яблоко. Неужели отец хочет, чтобы я голодал? Проклятая змеюка Тея носит их на цепочке на шее. Чтоб ей провалиться, пусть сгорит за то, что мне пришлось увидеть. Ярости. Ярость.
больше ярости. Ярость иссякла.
Что это? Хватает ярости. Я еще не готов.
больше ярости. Мало ярости.
Сделка пошла не по плану. И негодяй Лускас вынудил меня заплатить за мою безопасность. Он остановился рядом с перевалом на северо-западе. Верни камни, которые он забрал, и я тебе отплачу. Стоять на страже уже само по себе не сладко. Так я еще и карманных воришек ловить должна. Когда я шла в город, то видела чьи-то глаза в лесу, во тьме. Они светились. В жизни так не пугалась. Неплохо. Что еще у тебя есть? Нужна защита от холода и тьмы? Добрый путь. За стенами нас ждут клыки и смерть. Если хотим дожить до рассвета, заночуем здесь. Какая разница? Если нашу кровь выпьют не вампиры, то уж точно местные торговцы. Джулик, вы не видели моего Джулика? Он сказал, что вернется к утру. В городе Рогании когда-то стоял сильный гарнизон, но его захватили вампиры. Многие из наших лучших воинов не вернулись оттуда. Сейчас там властвует зло. Пилигримы проходят через наш город на пути в Киовашат. Но сюда они редко заглядывают. Как мне выжить, если никто не несет денег? Эй, берегите карманы. Если людям нечего есть, они начинают воровать. Не спеши судить человека. Если голодный возьмет кусок хлеба, это не воровство.
Убирайтесь! Ярость иссякла. Мало ярости.
Мало ярости. Нужно подождать.
больше ярости. Мало ярости. Here!
готов. Больше ярости.
Разобралась как по маслу. Неожиданно. Что-нибудь выковать? Желедоцвет. Он мне пригодится. Мой лучший клиент как раз сделал заказ. То, что он заказал, тебе без надобности. Но я обменяю что-нибудь полезное на этот цветок. Тебе наверняка известно, даже в, казалось бы, обыкновенных предметах может храниться великая сила. Я могу помочь тебе высвободить ее. В процессе предмет распадется, останется только чистая сущность той силы, что в нем сокрыта. Это как вырвать душу из тела и вселить ее в другое. Нет, конечно, я не собираюсь ничем таким заниматься, особенно когда собор поблизости.
Я не могу это изготовить. Благодарю. Есть что-нибудь еще? Служи отцу. Oh, my God.
Да, это я. Мой страж напал на меня, хотел задушить. Все, что удалось сделать, прежде чем потерять сознание, это скатиться с обрыва. Пойду в Кеовашат, попрошу сопровождения у рыцарей. Пожалуйста, отнеси требования десятины лорду Талгуну в Министат. Я безмерно благодарен. Надо все подготовить. Прошу меня извинить. Но как?
Это не должно было попасть ко мне. Не должно. Сдерживайтесь, господин. Молчите. Ах, да. Конечно. Продолжаем, Истер. Еще раз кто-нибудь сунет руку в мой карман, он этой руки лишится. Да хранит тебя свет. Thank you.
Это Мерос тебя прислал? Жалкий бесхребетник. Ха! Он за это еще поплатится. Хоть что-то.
Итак, дело сделано. Великолепно. Я знал, что тебе можно верить. Ты, конечно же, слышал новое слово истины. Мы больше не будем страдать из-за разных отбросов. Наша судьба воцарится над слабыми. Неожиданно. Прощай. Удачи тебе. Выгодная сделка. Добрый путь. Thank you.
Да хранит тебя отец. Инарий, благослови младенца в моей утробе. Пусть твой свет защитит его. Братик сказал, что когда смотришь на Инария, надо прикрывать глаза, или ослепнешь от света. Вот почему все рыцари носят шлемы. Мы не должны впускать грех в душу, брат. Да, преподобная мать. Да сожжет свет Инария все пороки, да не уведет тебя от него искушение, да выжжет праведность порчу и грех. Изгони из себя тьму, чтобы остался лишь свет. Изгнать из себя тьму, чтобы остался лишь свет. Это тот гость из Невеска? Да, преподобная мать. А Лорат разве не с тобой? Он велел мне идти без него. Не стоило полагаться на этого старика. Что может быть важнее, чем это? Лилит. Так ты знаешь? Один из наших рыцарей доложил о демоне в Штормовой долине. Очень похож на того, которого видели в Невеске. Если отправишься в Елесну и узнаешь, что там произошло, Собор Света будет признателен. Я хотела отправить Лората, но... Он снова не выполнил долг! С Лоратом или без, воля Инария будет исполнена. Возьми отчет рыцаря перед уходом. Преподобная мать, мне сообщили, что в наших краях объявился демон. У рудников Елесны видели рогатую женщину. Я провел осмотр, ничего не обнаружил. Отправил в рудники жреца с отрядом рыцарей. Если что-то выяснится, сразу сообщу. Его мастерство несравненно, но, как видишь, полагаться на него нельзя. Это не из-за безразличия. Он отправился на поиски бледноликого, сопровождавшего Лилит. Так значит, ей кто-то помогает. Как же легко души людей поддаются влиянию тьмы. Наш товарищ... Командир дозора Вига прислал весть о демоне. Девочка сказала, что видела рогатую женщину. Отрицать это слишком рискованно. Найди его. Должно быть, он уже занят поисками. Она дитя единого зла. Помяни мое слово. Невеск только начало. Она продолжит убивать. Но предсказано, что ее сразит наш отец, ангел Инарий. Тем, кто верует, не нужно бояться. Ты
Странник, а ведь я тебя знаю. Я точно знаю, кто ты. Иосиф все рассказал. И про невеск, и про кровь, и про твое видение. И что? Думаешь, ты спасешься? Как же! Кровь демона живая. Она будет жрать тебя изнутри, пока не поработит полностью. Иди в невеск, иди. Там тебе откроется правда. Thank you.
топор. А точнее, топор лесоруба. Убийцы, который нападал на путников в этих краях. Говорят, что недавно он исчез, бросив свое оружие. Жрец, который меня нанял, сам не знал, где его искать. Боюсь, я замерзну быстрее, чем найду топор. Помоги мне его найти, и мы поделим деньги. Поищи в лесах вокруг города. Я буду ждать здесь, в безопасности. Он нужен не мне, а Перину. Он типа священник. А зачем ему топор, не знаю. Я на него уже работала. Он собирает странные вещи с историей. И хорошо за них платит. Холод собачий, иди сюда. Пока. Открой глаза и увидишь. Ищи, не знаю, ритуальный клинок, кровь демона, что-нибудь проклятое, чего ты можешь коснуться. Кто ты? Я Вашалко. Киовашат – мой дом. Я прожил здесь 50 лет. Из всех жрецов я был ближе всех к ангелу. А теперь вшивый сброд даже не знает моего имени. Ничего особенного. Это вонючая помойная дыра. Но для тебя ты родишься там во второй раз. А, там увидишь. Видишь, как лепесток трепещет рядом с тобой? Я говорил, что на тебе клеймо. Демон внедрился в твою душу. Ужасная участь, но Вашалка попробует помочь. Экзорцизм. Вот что тебе нужно. Ступай в край милосердия, найди в гробницах плаценту плода, реликвию, которой коснулся сам ангел. Она нужна мне, чтобы очистить твою кровь. Thank you.
Наверное, это было страшное место, судя по тому, сколько на этом топоре крови. Пошли отсюда скорее. У меня чувство, как будто за мной следят. Я отнесу эту штуку в мини-стат и получу мою долю. Спасибо за помощь.